Всем привет! Я в Малуйках. Это улица Октябрьская. Российская Федерация. Занимаюсь привлечением людей на стройку в Москву. Ну как стройку? Там надо штукатурку ободрать с храма Иоанна. При пожаре звонить 01. А в Украине 901. Это парк Дивноград. Аттракционы в парке Дивнограда начинают работу с группами не менее 3 человек. Вот так вот. Так. Интерком. Wi-Fi Zone. Тут можно посидеть на лавочке и повтыкать Wi-Fi. Еще вот говорят, мол, что типа в Украине все столбы сине-желтые разрисованы. Вот в России, серьезно, вот видите, вот такой вот бело-сине-красный везде. Это еще начали с 2000 года, а не так, как у нас, после Майдана 2014-го. А вот для России нонсенс. Сейчас я вам покажу. Сине-желтый цвет. Вы думаете, что это кто-то специально красит? Нет. Это красный цвет в желтый так выленял. Это вот автобусная остановка, Одесский парк. Почему так происходит? То, что от дождя, вот как сейчас, красный превращается в желтый. Ну это, как знаете, цвет. Вот, видите. Это как солнце, допустим, красным встает, а может стать желтым, видите. Так что как ни крути, но сине-желтый флаг — это цвет зари, потому что Украину целесообразнее назвать Шивамай. Ну а там дальше он Белтранс, что-то роет, полиция стоит. Поэтому спасибо всем за внимание.